Можно я буду говорить? Ты скучал? Я ужасно скучала. Ты хотел стать тираном, и тебе это удалось. Но я на тебя еще чуточку сержусь. Давай поговорим серьезно, хоть разок. Как платье? Я стащила его у сестры. У нее еще есть такое желтое, с рюшками, как это. Но, по-моему, это лучше. Я провела перед зеркалом половину дня. И вот я сижу перед тобой. Надеюсь, мои старания не напрасны. Да, но я... О чем это я? Но обиднее всего, я бы не поверила, что нравлюсь тебе. У меня всегда такое чувство, что ты не серьезно говоришь, а просто играешь. А теперь самое важное. Ты любишь меня? Боюсь, если я скажу это первой, то ты подумаешь, что я снова включилась в игру. Умоляю, помоги мне.